Доброе утро, друзья. Проснулась я почти в 6 утра, когда заканчивается смена. Ночная. Такая бодрячок, так классно выспалась. Вообще так. Такие сны снились, короче, вот такие дни. Огромные какие-то. Снилось какой-то потоп. Мне уже часто снится потоп. Ну, не то, что потоп, а просто много воды. И дома снилось что-то мама. И, короче, снилось еще, что мы куда-то переезжаем. Короче, много чего это. Вообще выспалась, как будто песня. Так просто, наверное, вашими молитвами. Скоро придут девочки. Конечно, еще посплю, потому что чего я так рано буду гулять. Короче, вот такие это пирожки. А плюс до сих пор не работает. Я пытаюсь отправить смс-ку. Нифига. Так что. Странная мобильная сеть. Все. Снова хочу спать. Пока всем.